Ибрай Алтынсарин. Садовые деревья. Рано утром, в погожий летний день, один господин со своим сыном прогуливался в саду. Они осматривали посаженные цветы и деревья. Почему это дерево растет прямо, а вот то дерево растет почему-то криво? Спросил сын. Причина, сын мой, та, что за этим деревом при его росте ухаживали, срезали кривые растущие ветки, а за тем деревом не было ухода, и оно росло само по себе, ответил отец. Если так, то, оказывается, большая польза бывает от ухода, сказал сын. Нет сомнения, милый мой, в том, что в уходе есть большая польза, ответил отец. Это и тебе может послужить наукой. Ты ведь тоже похож на молодое дерево. За тобой также нужен уход. Если я, поправляя твои ошибки, буду тебя учить хорошему, и ты, слушая меня, будешь исполнять мои советы, то будешь расти правильным, хорошим человеком. Если же ты будешь расти без присмотра, то тоже будешь похож на это кривое дерево, закончил отец.